Самарские врачи стали лучшими в России. Конкурс в этом году проводился по 36 номинациям. Специальная комиссия проанализировала 658 работ врачей со всей страны. В итоге среди награжденных сотрудники областной клинической больницы имени Середавина. Алена Алешина пообщалась с победителями. Представляете сюда руку? В руках можно даже не поднимать, а вот внутрь. На это вам подъезжаю. Здоровье на кончиках пальцев. Процедура в барокамере Кравченко – хорошая тренировка сосудов, поясняет доктор Елена Юрьевна Жук. Пациент ощущает лишь небольшое покалывание, а его организм насыщается кислородом. Это отличная профилактика атеросклероза, головных болей и проблем с давлением. На третьей, четвертой процедуре же очень хороший эффект. И когда они потом приходят повторно после лечения, то есть у них значительно уже самочувствие улучшается. В арсенале заслуженного физиотерапевта несколько уникальных методов. К примеру, лечение укусами пчел. Елена Юрьевна первая и пока единственная в Самаре, кто этим занимается официально. Правда, продемонстрировать технику доктор не смогла. Пчелы в ульях на зимовке. Выбрать метод, который поставит пациента на ноги. Задача, с которой врач успешно справляется. Вот уже 15 лет. Творческая работа, потому что мы встречаемся с пациентами с разной патологией и подбираем каждому пациенту процедуру, то есть это интересно. А в этом кабинете решаются вопросы, пусть и не медицинские, но крайне важные для пациента. Оказать необходимую помощь, даже если ее нет в стенах больницы Середавина, поможет Марина Михайловна Генералова. Руководитель поликлиники всегда на телефоне. Хозяйство хлопотное, 130 подчиненных, 800 пациентов в смену. Признание на федеральном уровне, где самарские врачи боролись с сотней сильнейших эскулапов страны, говорит, заслуга всей команды. Получать награды всегда очень приятно. И звучание Самарской областной клинической больницы имени Середавина под сводами московского Версалю было очень-очень приятно. Перед нами выступал министр здравоохранения Вероника Игоревна Скворцова. Поблагодарила за труд, за то, что мы вкладываем в медицину, то, что делаем для наших пациентов. На уровне России мы прозвучали так громко впервые. Очень много обвинений в адрес врачей, в их некомпетентности, безграмотности. Вот как раз эти конкурсы, они являются тем большим, огромным стимулом к тому, чтобы врачи всячески повышали свой уровень. Работу коллег оценили профессионалы, но, пожалуй, главная награда для любого врача – здоровье пациентов. Алена Алешина, Алексей Вельмискин. Новости губернии.